Вступление сушилок. Кронштейны у нас, вот многие не знают. Приставки вот такие есть. Блоки питания. Котлы. Очаг станции фарма. Такие вещи, подводки, проточные водонагреватели. Рукомойники, водонагреватели, вот Хайер. Вот котлы Навин пришли по хорошим ценам. Мясорубки. Вижу Аксион. Там вот пылесосы и отдельные машины. Поставка за поставка. Сегодня еще 3 машины ожидает до вечера. И своя, и встречная. Навин, пылики вижу. На 50 литров очень ходовой вариант. Люди выбирают.